Цветущий сад. Вот обратите внимание, дорогие наши телезрители, какой яркий принт, какие пастельные, нежные цвета. Юля, обрати внимание, нежно-фиолетовый, прям вот запахло весной. Ты знаешь, я смотрю на эти нежные цвета, вот, посмотри-ка, нежно-фиалковый такой, голубенький, беленький, это же просто фантастика. Итак, в комплект постельного белья цветущий сад у нас входит что? Юля, расскажи подробнее. Пододеяльник, простыня и две наволочки размером 70 на 70. Всегда мы предлагаем для вас на выбор размеры. У нас есть полутораспальный, двухспальный и евроразмеры. Обратите внимание, это 100% хлопок и прочнейшее плетение поплин. Поэтому спешите, торопитесь. Великолепный комплект постельного белья. Леночка, давай будем прям показывать все подетально, потому что действительно есть о чем рассказать. Невероятная красота. Посмотрите, какая перед вашим взором. Итак, комплект постельного белья «Цветущий сад». Наволочки в комплекте у нас идут размером 70 на 70. Посмотрите, по ним, посмотрите, как будто разбросаны великолепные цветы. Нежнейшие, весенние, невероятно поднимающие настроение. Лен, ну просто так устали от зимы, ждали-ждали весну. И вот она, весна у вас в спальне, посмотрите. Буквально запах идет из этих цветов. Ты знаешь, я прям представляю, как я в этой тунике Алла ложусь вот на это постельное белье, и сразу настроение у меня поднимается. Юля, расскажи, пожалуйста, подробнее о этом принципе. Смотри, какой он яркий, насыщенный, и у меня, так же, как наверняка у множества телезрителей, сразу же возникает такой вот вопрос относительно того, насколько этот принт, насколько этот цвет, он стойкий, и насколько его трудно выстирать. Вот именно, понимаешь, насколько он прочный и износостойкий. Да, действительно, принт фантазийный, очень симпатичный. Обрати внимание, он еще и у нас повторяется на простыне. Посмотрите, дорогие телезрители, цветочки невероятно нежные у нас есть и на простыне. И, Леночка, отвечаю на твой вопрос. Ты все время переживаешь за стирку, боишься, что цветы у нас куда-то уплывут вместе с водой. Нет, стирать можно огромное количество раз абсолютно без потери цвета, потому что это очень прочное плетение. И сейчас я хочу его показать. Лен, поможешь мне? Конечно, возьми покажу. Луку. Конечно, мы всегда, покажу. Дорогие телезрители, показываем вам все вот в ближайшем рассмотрении, чтобы вы видели и убеждались, что товар действительно качественный. Я напоминаю, это 100% хлопок, материал гипоаллергенный, поэтому можете использовать и для детской спальни, для ваших детишек, и не беспокоиться о их здоровье. Вот-вот, Юль, я сейчас рассматриваю под лупой действительно эти цветы, и у меня к тебе сразу же вопрос. Скажи, пожалуйста, материал хлопок, это я знаю, насколько это прочный материал, насколько он гипоаллергенный, а ты рассказала мне про поплин. Вот поплин, это вообще что? Вот поясни, пожалуйста, мне и нашим телезрителям, ты же эксперт, расскажи, пожалуйста. Да, Леночка, действительно, наш комплект постельного белья, сырье у нас 100% хлопок, экологически чистый дышащий материал, а плетение поплин, вот мы сейчас его видим. Это тонкие нити основы, и в них вплетаются поперечные более прочные нити. И это нам дает невероятную прочность и износостойкость на долгие годы. Ведь мы белье покупаем не на один год. Подожди. Мы его эксплуатируем, постоянно стираем, хотим освежать, правильно? И можем не беспокоиться, что наши цветочки потускнеют. Потому что, вот, ну вы посмотрите, какая красота. Она останется как новой на долгие-долгие годы после огромного количества стирок. Так, можешь стирать вручную надо. Вручную стирать? Нет, в стиральной машине. В стиральном, то есть, конечно. Да, просто я закинула белье в стиральную машину, занимаюсь своими делами, оно чистенько, ну, гладить надо, да, гладить. Нет, поплин не требует глажки, ты можешь постирать, встряхнула и повесила, и все, глажки не нужно, забываем об утюге. Ты знаешь, Юль, я просто в восторге от этого принта. Посмотри, какое разнообразие цветов, какие насыщенные гаммы. Я просто в восторге. А я напоминаю, уважаемые телезрители, что у нас есть три размерных ряда. Односпальный, двуспальный и размер евро. То есть каждый вы подберете для себя любой комплект. Берите один в детскую, другой к себе в спальню, другой на подарок, и вы получите доставку за наш счет.
Посмотрите, какие у нас великолепные наволочки. Размером 70 на 70. Очень удобный здесь у нас карман для того, чтобы поместить подушку. Нет молнии, и поэтому нам ничего не будет мешать. Но волосы не будут попадать. Посмотрите, великолепные подушки. А что это подушки? И очень хороший карман. Подушки это у нас бамбуковые, они есть у нас на сайте. Поэтому вы можете заказать их тоже вместе с комплектом постельного белья «Цветущий сад». Посмотрите, белье невероятно нежное и очень-очень удобное карман. Юль, вот ты знаешь, я очень не люблю именно заправлять вот сюда вот подушки. У меня длинные волосы, постоянно туда попадают волосы. Здесь же, я так понимаю, что волосу туда попасть будет очень-очень сложно. Потому что такой классический карман, очень плотно все прилегает и ничего туда не попадает. Правильно? Да, ни волосы твои не попадут, ни подушка не выскочит. Лен, раз мы уже заговорили о том, как поместить в наволочки подушки, в пододеяльник одеяло, хочу показать еще одну деталь. Так. Обратите внимание, вот сейчас что ты видишь? Не так, видишь подожди, ничего. Я ничего не потому вижу. Потому что пододеяльник наш с секретом. Здесь скрыта молния, очень удобная, большой карман получается для того, чтобы разместить одеяло. Посмотрите, как удобно. Ваше любимое одеяло спряталось в пододеяльнике. Посмотрите, и вам ничего не будет мешать, когда вы будете отдыхать. Ноги не будут попадать, ты знаешь же, задевать некомфортно. Юль, ты знаешь, я так не люблю, когда одеяло вылезает посреди ночи, все сборобится. Здесь, я понимаю, такого не будет, нет, да? Это не наш случай, у нас все очень удобно, Лен. Посмотри, молнию застегнула, одеяло не выскакивает, так. Ножки твои туда не попадают, ты высыпаешься комфортно, забудь о проблемах с нашим комплектом постельного белья. Ты знаешь, это просто находка, особенно для детей и для меня. Ой, не, ну красота, конечно, я просто в восторге. Такая яркая цветовая гамма, натуральная ткань, хлопок. Юля, где можно встретить такое сочетание красоты и качества? Да, действительно, я тебе сейчас расскажу и докажу, что это действительно, дорогие телезрители, 100% хлопок. Посмотрите, я беру самый обычный утюг, он работает. Я сейчас вам покажу и расскажу, зачем я это делаю. Смотрите, действительно работает, тишина. Вот, он шипит, действительно работает. Я ставлю его на наше поплиновое белье и еще раз напоминаю, что это 100% хлопок. И я доказываю вам, что там нет ни единой синтетической ниточки. Если бы хоть одна синтетическая нить там присутствовала, что бы мы получили? Отпечаталась бы на подошве утюга. Но это не наш вариант. Посмотрите, утюг стоял, пока я разговаривала. И что? Подошва абсолютно чистая и гладкая. А если бы это была синтетика, то наши великолепные цветы остались бы тут, на подошве, но она гладкая и чистая. Посмотрите, нет ни единой ниточки. Это 100% хлопок. Гипоаллергенный материал, дышащий и всесезонный. Хлопок можно использовать и зимой, и летом, и высыпаться на нем при этом с комфортом. А потому цена? Что зимой он держит тепло, а летом дарит нам комфортную прохладу. Почувствуйте нежность и мягкость 100% хлопка. Плетение поплин, прочность. Стирать в стиральной машине можно от 500 и более раз, без потери формы и цвета.